все скрининги по выявлению, по раннему выявлению онкологических заболеваний координируются онкологическими диспансерами. При онкологических диспансерах имеется консультативно-диагностические отделения. В этих отделениях поступают все те анализы, которые я вам рассказывала, где идет читка маммографических исследований, вторые читки, потому что там более опытные специалисты работают. Также там цитологические исследования проводятся и окончательные результаты выдаются. И по региону, по онкологическим заболеваниям все результаты собираются, анализируются, мониторируются клинико-диагностическим отделением диспансера. Вообще все скрининги проводятся организациями первичной медико-санитарной помощи. Да, это наши поликлиники, амбулатории. Есть вообще скрининги, это массовое исследование здоровых людей, поэтому оно действительно рассчитано проводить малозатратными, более доступными, качественными, эффективными методами, вот тестовыми методами. Есть методы тестовые, которые без проблем проводятся на уровне поликлиник. Во все поликлиники у нас оснащены рентгеноаппаратами, флюороаппаратами, маммографами, все поликлиники. Эндоскопические, конечно, оборудование оснащается уже более специализированные больницы. И все специалисты сегодня, которые задействованы в скринингах, они проходят обучение на базе нашего казахского научного исследовательского института онкологии и радиологии. Их специалисты данного института выезжают по регионам, там организовываются при онкодиспансерах тренинги, семинары, а на целенаправленные исследования специалисты, как эндоскописты, они уже обучаются на базе данного института, и их работа мониторируется. Это все делается, чтобы повысить качество и эффективность проводимых наших скринингов.